Я думаю, что не то чтобы это не поможет, это нереально. К хорошему быстро привыкаешь, не так ли? Поэтому автомобилисты вряд ли, даже 20% тех, кто каждый день ездит на машинах, вряд ли пересядут на автобус. Как бы там ни было. И как бы тяжело им не было дышать. Я думаю, почему бы нет? Всегда что-то новое, я думаю, надо всегда как-то пробовать. Может, это как-то и поможет кардинально. Улично-дорожная сеть у нас в Красноярске загружена, тем более час пик, то есть пробки, машины стоят, пылят, тем более вот морозы у нас стоят, то есть погода практически безветренная, то есть вот это все как бы задерживается. Даже если бесплатный проезд будет, все равно никто не поедет. Ну, представляете, у вас во дворе стоит машина, да, а вы встанете, пойдете куда-то на остановку в минус 30 и будете ждать автобус. На 16 рублей дешевле, ну смешно же. Ради спасения экологии я, конечно, бы пересела в автобус, но автобусы сейчас стали реже ходить, потому что, видимо, многие не выходят на маршрут из-за морозов. Вот. И поэтому я не считаю, что это такая кардинальная мера. Может быть, лучше все-таки улучшить качество бензина. Количество машин навряд ли у нас уменьшится.